Фараон Тутанхамон был, мягко говоря, непривлекательным молодым человеком. Его внешность моделировали британские ученые, проведя так называемую виртуальную аутопсию. Что у них получилось, можно увидеть на этой фотографии. У фараона была женская фигура, узкие плечи и широкие бедра. Левая нога искривлена в районе лодыжки, из-за чего, скорее всего, он передвигался с палочкой. Плюс неправильный прикус. По мнению ученых, Тутанхамон страдал целым букетом серьезных генетических заболеваний.